Доброе утро, друзья! Город-герой Севастополь, август 2023 года. Продолжаем наши ежедневные занятия. Эти занятия приготовил для вас, пока буду ехать в поезде в город-герой Мурманск из города-герой Севастополя. Стимул, чтобы вы не прекращали свои тренировки. Сегодня мы коснемся темы проработки программы на первый дуань. Что собой в целом представляет наша программа и выход на мастерскую степень? На этом уровне вы должны уметь выполнять все те технические действия: столбы, шили, мацабу, все виды перемещений, фоли, которые у нас были на предыдущих материалах. И по требованию экзаменатора вы должны продемонстрировать. Здесь у нас еще на первый дуань, на первый дан добавляется работа с оружием. Классика – это шест, гунь, гуньфа. Методы работы мы сегодня рассмотрим. Ну и в качестве дополнительные такие применительные вещи для жизни мы рассматривали с вами дубинку, парные дубинки, элементарные требования, умения защищаться от ножа, ну, чтобы от него защищаться, хотя бы минимальные навыки, что с ним можно делать. Естественно, не ставится задача стать мастером оружейного боя, но мы можем протестировать те навыки и цуань, которые мы закладывали в нашей базе, вот, и повысить вариативные способы самозащиты, потому что никто не знает, когда это может пригодиться. Лучше бы не пригодилось, но лучше хранить свой меч в исправном состоянии, ухаживать, доставать его, защищать, укладывать. И дай бог, чтобы это нам не пригодилось. Но поддерживать оружие в достойном виде. Сегодня мы с вами начнем со столба с шестом. Гунь-джуан, можно так назвать. Мы неоднократно уже с вами занимались, и я кратко сейчас напомню основные требования. Хват не полностью руками, а полухват, вот такой, видите, полуобхват, как правая и левая стороны. Прижимаем к бедру легко, без напряжения, и вот примерно здесь соотношение такое, не по трицам, а выдвинутое положение. Вот расстояние примерно такое, комфортное. Я использую 6, примерно 1,80 м, чуть больше. Вот. Гунь классический, с утоньшением может быть и больше. Вот. Но, в принципе, можно придерживаться вот этого стандарта. В зале Яо Лаши мы умели работать с разными длины. Какую палку дадут, с той работой. Чуть длиннее, чем Динбабу, но чуть короче, чем Фухуджуан. Положение стоп. Это естественно, потому что с более коротким неудобно. С длинным, ну, здесь тоже свои нюансы подвижности. Вот вы подбираете под себя такое положение. Направляете шест, кончик шеста в район горла, подбородка примерно ориентируете. И для начала отстроили позицию, связали, объединили, шестом объединились, фансун, то есть все наши классические требования столбом. Проверили, что не зажато. По готовности начинаем притирать усилия в столбе. Какие? Я покажу заметно. Внимание. Вперед ввинчиваю, назад развинчиваю. Вот такое усилие. Давайте уменьшаем его и поработаем с этим усилием. Можно вначале медленно, как яншен, а затем дзидзи, уже коротенький. Тюк-тюк, тюк-тюк. Попритирали усилия в этом направлении. Добавляем в этом направлении, в этом направлении. Право-влево. Уменьшаем.
чередуем с отдыхом, фансун. Направление вверх-вниз добавляем. Вниз, вверх. Такой полукруг, закругленное чувство. Это показалось заметно, уменьшаем. Кратко, конечно, с каждым усилием побольше поработать. И свободная по всем возможным направлениям. Допустим, это может быть вот такой отбив, атака. Здесь, здесь, здесь. Поехали. Я кратко показал работу с правой стороны у меня 6. То же самое, друзья, то же самое записывать не буду сейчас для экономии выкладывания. Вот, то же самое делаем и с другой стороны. После того, как вы поработали в столбе, по времени, ну, от 5 минут минимум, лучше 10 минут, но если есть больше, пожалуйста. А дальше мы переходим, как мы действовали без оружия, шили, притираем усилия, примерно те же направления. Давайте это сделаем. Вперед-назад. Но обязательно винчивание, открытие, закрытие, видите, у нас работает. И как шили притираем. Если есть дерево, какой-то предмет, можно притирать прямо у него. Такое усилие мы на косяке двери Китая делали. Но можно мысленно представлять. Главное, чтобы у нас не гулял шест, а двигался в одну точку, винчиваясь. Видите, трется. Здесь у меня все время единое положение. С одной стороны, с другой. По направлениям остальным влево, вправо с усилием всего тела попробовали. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз я еще, видите, вперед немножко даю, а вверх-назад, то есть все направления смешиваем. И с другой стороны, влево-право. Тоже вперед-назад добавляем. Здесь я вперед, а здесь назад, допустим. Ну, могут быть и варианты. Вверх-вниз. Влево-вправо. Вверх-вниз.
Поделали. Шаги добавляем. Вперед-назад челнок. По сторонам попробовали. Вниз, вверх. В разных сочетаниях шагами. Отбив, атака. И с другой стороны. Попробовали шагом мацабу попритирать, усилия те же самые. С другой стороны. Ну, примерно таким образом. Вот. Дополнение, ну, это минималочку. Показал вам работу с оружием. Напомню комплекс, который я неоднократно выкладывал, показывал. Он хорошо прорабатывает тело, укрепляет сухожилия и развивает наши единые усилия. Разминочка начинается с восьмерки, даже вот с такого горизонтального круга. Можно начать двумя руками, по третям разбили и с перехватом вот таким. Минутку поделали, покрутили. Можно добавить вот такой перешаг. Вестибулярный у нас подключится. А после этого восьмерочка. Я обычно в динбабу делаю, но можно и позиции петли. Покрутили с одной стороны, с другой стороны. Используя усилия от стоп, единое усилие всего тела. И пошли работать по плоскостям. Напоминаю, что в крайних точках не разгоняемся, замедляем, притормаживаем движение. Фронтальная плоскость 50 на 50 разбили и усилием всего тела поделали. Сагитальная плоскость. Горизонтальная плоскость. Видите, везде используя усилия всего тела. И затем то же самое другой рукой. Фронтальная плоскость. Здесь сагитальные плоскости покрутили. И горизонтальный. Вот таким образом. Ну и после этого расслабились хорошо, подвигались свободно от дзяню шестом. Конечно, нужен партнер на первый дуань, с ним вот эти все вещи поработать. Вот. Ну, у меня с партнером такие вещи были, и ссылочки оставлю. Посмотрите, как мы работаем с партнером. И, пожалуйста, двигаемся. В следующем занятии мы
еще рассмотрим дубинки с вами, вот, и с ними подвигаемся. Друзья, будьте здоровы, укрепляйте свой дух. До встречи. Пока-пока.